победил Ахмаров Магомед, Чеченская Республика. На татами 1 приглашается Джавадов Джавад, Дагестан, Мусаев Шамиль, Чеченская Республика. И готовится Бейсагуров Акбар, Абазов Ислам. На сегодняшний день у нас планы проведения 4 Чеченская до 73. Нам показывают, что спортсмены, что спортсмены настраивают тренер. Представители чеченские республики. И Джавадов, представитель Дагестана. Два россиянина борются между собой. Конечно же, мы будем комментировать, но болеть в большей степени в те моменты, когда наши ребята будут соперничать уже с представителями других стран. А стран приехало немало. И потихонечку мы будем рассказывать по составам делегации, по представительствам, по лидерам. Ну, это уже ближе к финалу часть будет. А, конечно же, самый важный момент, этот турнир является уже 12-м всероссийским, как мой коллега Владимир сказал, открытым соревнованием по дзюдо памяти первого председателя Государственного совета Чеченской Республики Исаева Хусейна Абубакаровича. Ну а тем временем 30 секунд прошло после начала встречи. И пока счет не открыт, вот попытка проведения передней подсечки. Исполнение Джавадова, но это большой плюсик, как говорится, судья загнул пальчик. Ну, для себя отметил, конечно, да, что уже активный спортсмен, потому что после первой минуты наверняка уже будет определен более активный спортсмен по предупреждением Шильда. Интересно, в таком зале проводить турниры, потому что здесь все компактно. Надо победного приготовиться. Вес 90 килограммов. Ахмеджан Азин, Казахстан. Марай Сулим, Москва. Самой сцены проведения соревнований, и этот доступ дает более максимальный эффект для того, чтобы поддержать своих и ощутить ту остроту напряжения поединка, которую испытывают ребята на татами. Ну а у нас на татами по одному предупреждению за неправильный захват получил. Ну вот неправильный захват, да, за неведение. Надеемся, что вот этих непониманий, порой непониманий зрителей, что такое правильный шаг, правильный захват, их будет меньше. В всяком случае, публика привыкнет и к тому определению судейских трактовок, и тем правилам, которые существуют, и уже большими и большими просмотрами будет понимать, что насколько эффективнее и активнее работает один из соперников, и является лидером, который видит. Ну, даже здесь видно, что спортсмен синий кимоно пытается провести атаку, получается, выходит за пределы рабочей зоны. Как будет расценено это арбитром, мы сейчас увидим. Никак, ну, в борьбе, конечно, никак. Ну, в данном случае наказание было за внутренний захват. Это внутрь, видимо, пальцы зашли рукава. Тут сразу отметил арбитр. А на соседнем татами у нас сейчас проводится поединок низовой категории до 81 килограмма. Снова Джавадов наказывает за тот же захват. Ну, не сделал никакие выводы из предыдущих. Снова ошибка, уже небольшое преимущество Русаева. Вот это преимущество мы не знаем, потому что отца и минуты. Только всегда перекрывает. Замечательно. Просто поживот провести атаку, пробует представитель Дагестана Джавадов, но без результата. Да, пытается он регрессироваться, но такое ощущение, что это все-таки вторым тактом, вторым движением идет, просто можно отвечать. Конечно. Три попытки было, повторные атаки следовали, там можно было. Являлась ли эта попытка была сделана рабочим зоной или нет, я не знаю, не видел, но все-таки активность, активное действие на этой ощущении. Да, понятно, что нужно здесь, чтобы в высшей степени эффективность была связана с тем,
всегда бывает, что спортсмены работают в одном случае. Это бывает, ну, если это тренер, ну, на нашем татаме первая половина встречи прошла. Посмотрим, что сейчас решит арбитр. Справится и продолжается встреча. Напомню, небольшое преимущество имеет Мусаев. Ваши продолжение поединка. Победу одержал Мусаев Шамиль. Красивый подхват на мост. Мост. Мост расценивается как спина, соответственно, это самый наивысший бросок, который оценивается дипломом. Но мы это видели. Нет, вот, да, объявляют победителя. Ну, Шамиль, собственно, это многократный подход. Да? К этому все и шло, собственно. Он готовил именно подхват внутри. На татами один приглашается Бейсабуров Анбар, Ингушетия, Абазов, Ислам Каладина, Балкарская Республика. И готовятся Фармонов, Мирзахид, Мамедханов, Магомед. Испании, по-моему, Германии, ну, посмотрим.